Представители высших учебных заведений стран постсоветского пространства собрались сегодня, пожалуй, в главном вузе России – МГУ имени Ломоносова. Там сейчас работает наша съемочная группа. Ольга Пырочкина с подробностями по телефону. Добрый вечер, коллеги. Сегодня наша съемочная группа работает на Воробьевых горах. В Московском государственном университете проходит знаменитая международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Это масштабное мероприятие, разные секции от биофизики и биотехнологии до генетики, охраны окружающей среды и государственного и муниципального управления, а также заседание Евразийской ассоциации университетов. Она создана для взаимодействия между вузами стран постсоветского пространства. В нее входит более 130 вузов, в том числе и наш Чувашский госуниверситет имени Ульянова. В работе заседания принимает участие и его ректор Андрей Юрьевич Александров. Среди тем, которые обсуждали ректоры, инновационные подходы в управлении университетом и актуальная для всех учебных заведений страны тема, как подготовить востребованных работодателями выпускников. Сегодня в МГУ находится и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он встречался с ректором Виктором Садовничем. Они подписали соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и главным вузом страны МГУ. Так что Воробьевы горы станут ближе к чувашским студентам. Подробнее завтра, коллеги.